Понимаете, в чем прелесть? Это Витгенштейн, когда оборудовал свою эту комнату, он сделал вот это, он строил, был с архитектором дом, они строили сестре его в Вене. Вот. И он, значит, все, Витгенштейн, дом там и так далее, он там ничего не сделал. Вот. Он про все это очень много думал. Вот. И он сконструировал дверные ручки. Это просто такие... просто так. И огромные батареи. Они углом вот так углом стояли. Они так, одна батарея сделана, их никто не мог произвести. Они поставили на уши всю Европу, потому что нужно было сделать такую треугольником батареи. Ну вот, да, вы представляете, батарея просто углом. Такая вот круглыми с этими. Ну не круглыми, у него все не круглое, а такое как бы вытянуто круглое. Вот, да. Да, и, но он был просто жил этим, да?